А знаете ли вы, что такое лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте лукбокс. Все ссылки в описании. Yo. Всем салют. Как дела? Чё нового? Что делаете? Привет с Ростова. В Иваново все кайф, пишет человек из города Невест. Олеся пишет: тебя обожаю. Ага. Шалом, здорово. У вас этот эффект как-то проявляется, когда лицо на кусочки распадается? Или вы его не видите? Вот сейчас. Нормально. Могу поменять эффект. Могу поменять. Но он прикольный. Люблю, говорит, когда ты улыбаешься. Оксик написала. Ебало плывет по кускам. Поменяй, говорит. Ну давай сейчас какую-нибудь. А что, на что поменять? Ну давайте. О, нормально. Так. Выдают биты по талонам. Да не, мы биты-то сами делаем, в принципе. Что, как это меня не видно, не слышно? Вот же я разговариваю. В этом месяце должны два сингла выйти новых. Один с Lil Kate, другой с альбома. Альбом в феврале. Знаешь Дензел Карри? Да, знаю. Что планируешь на будущее? Трек, который называется «Чем пахнут деньги», должен выйти синглом
в этом году, скорее всего. Итак, не, ну с солнышком был, по-моему, самый. О, вот это мне нравится. Чего ты боишься? Да сложно сказать, не знаю даже. Глупых вопросов боюсь. Клип 1 февраля. Ценить всем. Дашка, привет тебе передаю. Кепка, да, кепка норм. Старый русский рэп или новый русский рэп? Я не знаю. Всего понемножку. Я не в хате нахожусь. Bad Drip солевой сейчас у меня залит. Ну такой нормальный. Стареешь, дядь. Наверное. Ждем альбом, капец. Насколько сложно столько лет на волне? Да вообще похуй. Ну, я просто делаю то, что мне нравится, и все. Не рожаю насильно ничего. Мне в кайф, я делаю. Я чувствую стайл, поэтому все хорошо. Как только я перестану чувствовать стайл, то все будет закончено. Пока я его чувствую, все отлично. Я где больше время провожу? В Москве. Старые бэггеры на связи. Что-то. У тебя есть девушка? Нет, у меня нет девушки. Давидыч хвалил тебя. Очень приятно. Респект взаимный. Будешь ли в выпуске Газлайф? Пока не снимался, не приглашали, поэтому хер его знает. Да, братан, в Питере. С Гуфом так и не пересеклись. Что-то сложно. Сложно поймать его в Москве. Диск тебе привет передаю. Угу. Твой основной заработок — это концерты или иная деятельность? Бля, вот я не понимаю, типа, тебя что, не учили родители там, не это, что есть вопросы, которые некорректно людям задавать, там, про деньги, про секс и прочее?
А то, блядь, все вам расскажи, откуда деньги, откуда то, какая у тебя девушка, что вы с ней делаете. Дети в планах у великого рэпера Смоки. Ну, во-первых, я не рэпер. Вот. А детей у меня много, очень много. Всех люблю. Альбом. Почему музыку такую говняную делаешь? Ну, наверное, потому что я ее не для тебя делаю. А ты что вообще делаешь в моем эфире? Иди нахуй отсюда. Не понимаю, я вот не захожу на эфиры людей, чья музыка мне неприятна. Ну, в чем прикол? Сидеть, смотреть на человека и, блядь, писать ему, что ты делаешь говняную музыку. Пиздец, бля, люди вообще, я просто хуею, бля. Как напишет кто-нибудь, какую-нибудь муть. Это эволюция. Да, этот, в принципе, по поводу рэпа я все сказал. Я ушел из рэпа, и рэпером меня можете больше, в принципе, не считать. Мою музыку можно больше рэпом не называть, как кому нравится. Да я ее не курю особо, так вот в эфир вышел, взял, такая тема, солевой никотин. Такая на самом деле, жесткая. Да, я помню Барака Мама, Воронеж, салют. Расскажи, игнор, почему это я игнорщик, наверное, не увидел просто. Лучше Смоки обмазался. Что так быстро пролетает? Правда ли, что твой псевдоним теперь будет Саша Питерских? Да, Саша Питерских. Крепость у меня пятерка. Пятерка солевого. Нормально. Мазиарти, дропни и уходи. Спасибо. Я прислушаюсь к твоему совету. Да. Просто спасибо за то, что ты делаешь, девочка написала. И мне приятно. Так, ну а где хейтеры? Это хейтеры, пишите тоже, не пропадайте. Вейп умер, да. Да, стрим без повода, просто зашел на 2 минуты. Вот уже, правда, больше прошло. Как познакомиться с Лил Кейт, напиши ей в директ в Инстаграме. Она с тобой познакомится.
Так, ну а что, давайте с кем-нибудь в эфир выйду, да пойду, пообщаемся. Кидайте заявки. Что значит, кто-то еще берет шмот 812? 812 люди таскают, заказывают. И все нормально. Ага, 36 заявок. Не, вы сразу пишите, о чем мы будем говорить. Что, как это сделать? Так, 47 заявок. Угу. Сейчас с кем-нибудь буду выходить в эфир. Старик. Только вы пишите, о чем мы будем говорить. Надо о чем-то таком поговорить. Поговори с девушками. Конечно, я же всегда говорю с девушками. Пятьдесят семь заявок. Поговорим за твою попсу? Ну, давай. Давай, набирай. Поговорим за мою попсу. Ну, снимай трубку. Ты же хотел про мою попсу поговорить. Набираю человеку. Не снимает. Не снимает. Ну а чё ж ты в комментах пишешь и не снимаешь трубку? Так, ну чё, кому ещё набрать-то? Чё вы все? 69 заявок. Вы сразу пишите, о чём мы будем говорить в эфире. Семьдесят две заявки. Зачем ты телефон свой кидаешь? Люди телефон кидают. Прими мою заявку, исполни мечту. Выходим в эфир с человеком, исполняем мечту. Здорово. Добрый день. Здравствуй. Мы с тобой как-то были в эфире. Так, выходим из эфира с тобой. Что-что? Нет, пожалуйста, не надо. Ну ладно, давай общаемся тогда. Как дела? Чё нового? Чё нового? Да блин, погода хорошая, снег идет, все красиво, погода, тише. Мы с тобой не договорили о Денисе бонусе тогда. Знаю, капитальный Жипер. Вообще красавчик. Денис бонус, лучший. Слушай, мой братишка из СНП, Дэн Бонус. Салют. Слушай, а почему ты не попробуешь покататься где-нибудь, я не знаю, на популярном курорте России? Надо покататься. Да я все музыка, все время нет. Слушай, спасибо тебе за виды лока, это мне очень нравится. Мужик. И салют из Владимира, палм-дропа, все дела. Без обид. Палм-дропову привет. Всех благ, Сань. Обнимаем. Спасибо за творчество. Всем твоим близким. Всего самого наилучшего. Ты самый лучший музыкант. Все, давайте, ребят. Хорошего вечера. Давай. Так.
Ну что, кому еще набрать? О, ресторатор. Сейчас с ресторатором будем в эфир. Саня, сними трубку только. Здорово. Здорово, здорово. Вот это сильно. Вот это сильно. Но я ненадолго залечу. Ну, кто победит во фрешбладе? Твои ставки. Слушай, я уже не знаю. Я до этого думал, что Витя Бови. Я очень жду, когда будет 6-й этап, чтобы это было круто. Будет он очень скоро. Да, довольно скоро. Не будем говорить, когда. Да, конечно, не будем. Видишь, лысинку побрил. Правильно, я тоже. О, хорошо. Ну, что там с треками, Сань? Слушай, хорошо там все, да, все готово. Сейчас вот сводится уже пару треков. Будем раскрывать, что я тебе бит один. Да не, никому не скажем. Ладно, выйдет. Тег поставим, все и так узнают. Как ты, делища? Я только вот зашел, увидел тебя сразу. Нормально, нормально. Вот думаю по поводу фрешблада. Что думаешь? Будет грустно, когда он закончится. Такое было время. Да, 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 прикольно было, но затянуто слишком, но мне было весело. Мне было офигенно тоже. Ну, прям по кайфу, да. Так что у нас там есть интересные идейки еще. Мы с тобой, когда увидимся, обкашляем. Да, увидимся, пообщаемся с вами. Все, отдыхай, короче, до встречи. Ага, да, до связи. Пока-пока. Так, ну чё, кому набрать, ребята? Ребята. Семьдесят шесть заявок. Мирон. Заявок. Ну-ка, зайду-ка я в заявки, посмотрю, кто там. Кто там? Да, народа много. К Давидычу положительно отношусь. Кстати, на днях собираюсь на фильм, на презентацию, короче, бифа. Ладно, чё, рад был с вами пообщаться, обнял всех, пока.